1 сентября в Химках открылась новая школа «Форум». Светлые кабинеты, современное оборудование и квалифицированные педагоги готовы встречать учеников. На торжественной линейке учителя, родители, почетные гости. Юные первоклассники поделились впечатлениями перед первым учебным днем. Диана Сордия очень ждет урок математики. Там есть интересные цифры, и нужно убавлять и прибавлять. Я люблю учиться, и в первом классе учителя тебе говорят учиться. Я люблю учиться. Директор школы Лилия Каширина рассказала, в чем особенность нового образовательного учреждения. Наша школа, во-первых, это школа «Форум», которая называется, и у нас сейчас на данный момент 11 классов, почти 200 детей. Наши дети, они могут получить все возможные услуги и условия, потому что у нас есть бассейн, прекрасный спортивный зал, хореографический зал, медиа-центр, у нас есть даже звукозаписывающая студия и киностудия. Праздник получился ярким и запоминающимся. Перед ребятами и гостями выступила певица, заслуженный деятель культуры Московской области Вика Цыганова. Артистка не только исполнила гимн России, но и вручила памятный подарок школе. Я вручаю вам книги Федора Конюхова. Он не только у нас путешественник, но еще и великий русский художник. И картины Федора Конюхова – это книги, которые издавала наша творческая мастерская. Будем считать, что Федор Филиппович Конюхов тоже вас благословляет. Спасибо. В добрый путь. Открытие школы – значимое событие для города. Представители общественности поздравили всех собравшихся и отметили преимущества нового учреждения. Сегодня открылась очередная школа. Одна из многих в этом году, их порядка 30 открылось вот только в этом году. И классная, красивая, всем оборудована современная школа. В классах до 18 человек для комфортного обучения. Как добавила директор Лилия Каширина, оставлять детей можно до 20:00. Здесь они делают уроки и занимаются творчеством в кружках и секциях. Я приду в первый класс, потому что я еще там не была. Мне все интересно. Для детей разработали сбалансированное меню. Учеников ждет полноценное пятиразовое питание, зоны для отдыха и обучения. В такой обстановке у юных первоклассников отличный настрой. Линейка хорошая, мне все понравилось. В школе интересно, и можно много чего узнать. Школа «Форум» – это площадка для многостороннего развития детей. В школе соблюдают федеральный государственный образовательный стандарт и применяют авторские методики. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.